Итак, привет, друзья, с вами снова я, Илья Пономаренко, и в этом небольшом видео я хочу объявить о переменах на канале. Я уже это сделал на своем инстаграм-аккаунте, я это, по-моему, уже делал и на фейсбуке, и вконтакте, теперь дошел, наконец, до ютуба. Как, возможно, вы знаете, может быть, не знаете, но сейчас узнаете, у меня появился сын, я стал папой. Это вследствие чего и стало выходить намного меньше видео от меня, потому что времени ужасно не хватает. И поэтому я решил поменять формат на своем YouTube-канале, на этом русскоязычном моем проекте. Перед рождением ребенка я задался таким вопросом, когда я узнал, что жена беременна, а я в тот момент работал очень много и очень много разных вещей пробовал, тестировал, я задался в тот момент такой себе вопрос, а как это будет дальше, когда появится ребенок? То есть много работать мне бы не хотелось, потому что я хотел бы уделять внимание ребенку. Я бы хотел бы помогать жене, я бы хотел бы растить малыша, радоваться всем вот этим вот его шажкам познавания мира. А когда ты много работаешь, то на это нет времени. И поэтому я задался вопросом, как мне создать такой источник дохода, один или несколько, где я бы должен был участвовать минимально, то есть где я бы должен был быть активен абсолютно минимальное количество времени. Да? Правило Парето, 20% усилий дает 80% результата. И поскольку я имею доступ к закрытым клубам, к закрытым мастермайнам, где состоят довольно-таки успешные, состоятельные, богатые люди, немцы, русские, турки, арабы, в общем, всех национальностей. Я спросил у этих людей просто-напросто, говорю, ребят, вот такая ситуация. Моя жена беременна, и на тот момент это было 7 месяцев, через 7 месяцев у меня будет ребенок. Я понимаю, что я не смогу работать так активно и так много, как это делал раньше. Что мне делать? Мне нужен пассивный доход, хотя бы 200, 300, 400, 500 евро, просто понять систему, как работает, и чтобы я потом мог это развивать дальше. И было много интересных вариантов, много интересных ответов, но они мне все не подходили, потому что у меня стоял очень сжатый промежуток времени. Большинство способов, которые есть для создания пассивного дохода, они требуют очень больших усилий, которые я бы не смог применять просто-напросто, имея ребенка. И как я сейчас это понимаю, сильно так. Но один вариант, один способ, который мне рассказали, очень понравился. Я, естественно, опробовал не только его, я опробовал несколько способов. И результаты всего этого вы видите сейчас на ваших экранах. Это всего лишь мои маленькие скромные успехи в создании пассивного дохода в Германии абсолютно с нуля. В связи с этим мне стала интересна эта тема, то есть у меня поменялась цель канала. Если я раньше хотел создать канал для предпринимателей Германии, да, помогать им раскручивать их бизнесы, то сегодня мне стало это уже больше не интересно, потому что это требует очень больших усилий и затрат, большого количества времени, которого у меня сейчас на данный момент нет. И поэтому я меняю тематику этого канала. То есть, в следующие все видео у меня отснят материал еще по старой теме канала, то есть про бизнес в Германии, про создание бизнеса в Германии, по продвижению бизнеса в Германии. Эти видео я еще домонтирую и выставлю на канал, но потом будут идти все больше и больше видео о том, как создать пассивный доход в Германии с нуля. Поэтому, господа бизнесмены, предприниматели и те, кто ими хотели стать, если вы вдруг разочаровали сейчас, то, пожалуйста, отписывайтесь от этого канала. Если вам тема пассивного дохода в Германии не интересна, тоже отписывайтесь от моего канала. Ну, а всем остальным, кому интересен этот путь, кому интересна эта тема,
оставайтесь, подписывайтесь, приглашайте своих друзей, потому что я буду делиться очень ценными, крутыми, полезными фишками, которые позволят вам создать ваш пассивный доход в Германии с нуля. И, кстати, я готовлю курс, бесплатный видеокурс о том, как создать пассивный доход в Германии с нуля. И на моем сайте ilyapanomarenko.com, адрес вы видите сейчас прямо на экране, вы сможете забрать этот курс абсолютно бесплатно. Он, скорее всего, будет из 4 видео состоять, где я вам подробно, пошагово объясню, покажу, как это работает, какие вообще варианты есть, что, к чему и как, в общем. Если вам все это интересно, то оставайтесь на моем канале, оставайтесь моих подписчиков, приглашайте ваших друзей также, которым это может быть тоже будет полезно. И, соответственно, если интерес очень большой, если вам не терпится, то прямо сейчас заходите на мой сайт ilyapodnomarenko.com, адрес вы видите сейчас на экране, и регистрируйтесь в предварительный список людей, которые получат самыми первыми этот курс мой про то, как создать пассивный доход в Германии с нуля без стартового капитала, даже если у вас плохой немецкий язык. Всем остальным желаю всего хорошего, отличного настроения, успехов и до новых встреч. Пока!